Ну, что-то остановился. 3, 2, 1. Так, обмен. Все дубинки. Одну кирку. Дальше. Парочку рисового шнапса отдам. Ой, грибы эти отдам, нафиг они мне нужны. Подожди, мы можем всякий шмусор продавать. Эти книги, я не знаю, может эти книги потом как-то понадобятся мне. Да, это список. Я не знаю, зачем мне монеты. Вот это тоже нафиг надо. Клыки. Вот это, когти. Молоток. Нифига себе. Долбоёб. Так, все, я обучился то, что мне надо. Ай, подкрадывай. Я хочу научиться передвигаться без шума. Хорошая идея. Пригодится на тот случай, если нужно забраться в дом так, чтобы хозяин... При ходьбе присядь немного, и ты будешь лучше видеть пол. И основной минус, запомни это, и глав... Все, окей. Теперь можем садиться. А, подожди, у меня присесть на какую кнопку стоит? Игра. Ой, на всякий случай сохранюсь, естественно. Это я знаю эту игру. Не сохранись, пипец. Так, настройки. Управление. Присесть. Два. Оружие, действие, прыжок. Отглядывание, наглядывание. Тут нету слова присесть. Ладно, типа автоматом как-то, чё? Где-то подкрадывание. Фесим, можно делать удар в прыжке. Погнали. Я не понял, как это работает. Окей, ладно, это надо как-то еще думать. А, не сходился все равно. Погнали. Сейчас курицу эту замочу. Что за читер? Курица. Вот я изучил подкладывание. Как им пользоваться, потому что не ему. Ctrl-A. Ctrl-A, поняли, народ? Будем. Это ночью надо использовать, кстати. И можем многие вещи обутать. Это хорош. Все, погнали к Диего, получается. Держи это. Это точно не моя проблема. Ай. Это было не след. Призрак. О, Диего, что-то общайтесь. Я не хочу в это ввязываться. Я получил список от Яна. Опыт. О, новый уровень, хорош. Отлично! Ты хорошо начал, парень. Я думал, это выяснили еще очень давно. Окей. Береги себя. Да... Что
что-то не то в этой истории. Хорошо. Ну что, надо думать? У меня квест вообще много. Когда все было совсем по-другому. Ладно, давайте подумаем. О, давайте испробуем мой навык как раз. Веришь кому-то и в результате попадаешь в неприятности. Давайте испытаем мой навык. Скорее всего, ты прав. Да, снимай, Ctrl A. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Я больше не слушаю людей в этой истории. Некоторых людей ничего не учат. Давай поговорим о чем-то. Мэтт, не пали всю контору. Некоторых людей... Если ты думаешь... Ты должен следить, пока меня не впутали. Каждый раз одна и та же история. Сейчас, минутку. Может быть. Веришь кому-то, я хотел бы, в результате попадаешь в неприятность. Так что? Некоторых людей ничего не учат. Ты не должен верить всему. Я больше не он пустой, что точно не моя проблема. Если так, то я... Я не хочу это делать. Я просто... Ну, я думаю, может. И в результате попадаешь в неприятность. У меня же теперь новый уровень появился. Че, минутку, народ. Сейчас гляну, куда мне дальше идти лучше. Декстер, рецепты секты. Да, мы Декстера брали что-то? Рецепты секты, нихера не брали. А где же вообще? Эй, ты! Что? Пришло всего 10. Пошел нахер. Увидим. Мне еще не хватало каждый день, чем Декстер. Знакомый Декстер, но я не помню, где он находится. Давайте поищем. Подожди, ты кто? А, это Слай. Даже не буду нахер. Слай, но нужен. Мэтт, все хорош. Ты не мог? Конечно! Хорош. Мат, Мэтт, ну понятно. А ты, кстати, это стражник? Че кто? Декстер, точнее, что такое? Это Уильям, как его, Уилс. Но мы у него брали у Сорок Квест. Стражник, Фиск. Фиск вам продает. Дарков и Дарков. А, вот Декстер. Что такое бо... Ты новенький, да? Болотник. Да, я знаю, что такое. Пока... Все сам. Да, он был. Подожди, а может я у него брал квест? Рецепт. Давай всех, поговорим о чем-нибудь еще. Склад Ульдера, сундук корона, черный шрай, король болот, полора, шмель, пластин, синград, снова на нефти. Норик, просто рецепт снафа. Снафа? Что за рецепт снафа? Это не этот случайно? А, это снаф. Поиск клиентов, торговец болотником, а на это были все. Он дает рецепт секты квест. Ресторан болотный. Ну нет у меня этого квеста, что самое интересное. Я хочу... Да? Хорошо. Есть одно дело. Если справишься, я замолвлю за тебя словечко перед Диего. Какое дело? В лагере сектантов есть один тип по имени Голом. Большая шишка. Один Голом-алхимик. У него есть рецепт хорошего целеб... Я хочу купить у него рецепт, чтобы самому делать такой. Но для этого нужно как-то встретиться с Голомом. Что я должен сделать? Болотным придуркам постоянно нужны новые люди. Ты здесь новенький. Притворись, что хочешь присоединиться к ним. Понял. Голом — один из гуру. Он непременно захочет испытать новичка. Когда встретишься с ним, попробуй
можешь купить, его можешь украсть. Ладно, я попробую. Ладно, я попробую. Что он продает уже? Покажи. А, он же балку сравнивает. Это он руду не продает вообще? Говно, 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 говно. Короче, полнейшее говно не продает. Моя бита 300 раз круче. Короче, он болотненько. Окей, ну давай все как-нибудь потом. Взяли фиск, фиск. Фиск, что ты делаешь? Я не помню. А, он спихи у тебя есть? Уверен. 500 руды, штаны. Пок... А, у него, кстати, есть руда. О, кстати, ровно 500. Еще мы на изи штаны купим. Нюка это ничего крутые. А, сейчас скипну. Все, я вам скипну. Короткий меч. Какой тебе самый лучший? Ну, блин, говно, у меня, блин, говорю, это лучший сундук. Смотрите, моего... А, я не покажу, но у него почти 30 урона. Знаешь, мой круче. Так, это нафиг надо. Парочку низкого продадим. Дать до 30 штук, потому что у меня так дофига еды. Окей, что еще мы можем отдать? Когти нафиг надо. А, значит, мы даже вот так сделаем. Все, в принципе, не мне надо. И все, у меня закончились. У меня две карты, кстати. Колонии. Там я не вижу еще смысла какую-то брать. Что еще ему дать? Мне не хватает всяких шняк. Кирку, ну кирку я не знаю, может он как-то покоится пригодится. А то я не беру вообще листы. Короче, попродадим всякие травки, потому что мы можем где-то хилиться неплохо. Все. Я все это ради выдержки. Мне теперь 599 воды. А, уже и продают, кстати, броню. У тебя... Уверен. У тебя есть что? Хороший выб. Да, возьму, куплю. Теперь у меня есть штаны рудокопа. Прошу заметить. Где они у меня? Вот они. Они получили. Что, смотри, 15-10, вот это. Это 15-5. А, ну оно хуже. Блин. Ну ладно, ничего страшного. Так, ладно. Все квесты повсевали. Погнали, погнали. Так, ну меч мы удали. Как ты думаешь, к нам? Кстати, это вот там для Вены, это я помню его. Его нужно отключать смертельно. Бои проводятся только вечером. Выбираем, с кем сражаться. Кирка выбирает. Короче, нам нужен вечер сначала. Так, Мэтт еще тут ходит. Смотри, ничего не хочет. А, ну здесь никто не спит? Давайте я посплю. Не, ну и мы спим до вечера. Короче, погнали, потому что все равно я не знаю, чем только сейчас заниматься, поэтому я вот так пойду. Я могу, конечно, пойти к болотникам, они мне опять какой-то жесткий квест предложат. Херик, 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 я помню, это Балвин. Ой, слушай, так я не смотрю. Для Джесса я брал уже квест. Там, короче, этого на Вал 10 руды захватить. Кайли, отстань от меня, ты меня раздражаешь больше, чем Скати. Искать меня не раздражает слово совсем. Этому, чтобы уходили, мы понимаете, должны заплатить. Уже козлина наглая. Слай нам дал уже квест, но мы его потом выполним.
Погнали к скате. Люди всегда. Скорее. Кстати, должен на той стороне быть. Веришь, это я точно помню. Если кстати, буквально можно лагерь обойти. Фига у вас тут туса. Тут всегда, кстати, много людей. А, Мэтт, нифига себе. Альк что-то там делал. Погнали. А я не помню, а я снизу чи сверху была? Так, давайте мы по всему помолчать. Ты... Конечно! Загомеза! Загомеза, да-да. А, во, снизу. А я не помню, как скать его выглядит. Призрак, рудокоп, рудокоп, призрак. Не отвлекайся! Берегись! Хороший удар! Дай ему в морду! Прикончи его! Погнали! А я думал, кстати, какие-то дни. Осторожнее! Да, отлично! Снова драка. Так, мне нужен Аскати. Опа. Аскати, я не помню, он вот этот вроде он. Дай ему в морду. Нет, Гор. Кирга. Хорошо. Харит. Хорошо. Пуза осторожно. А, вот этот Скати. Ты Скати. Скотина, это ты. А, драка. Да, отлично. Так, сохраняемся. Ну, я себя знаю. Ты дерешься, хороший как удар. Баба! Я хочу посмотреть, как ты можешь мне помочь. Что за бой? О. Я хочу сражаться на арене. Я не могу позволить тебе этого, пока ты не присоединишься к одному из лагерей. Никому не нужны независимые бойцы-одиночки. Так я сам хочу. Я хочу присоединиться к этому лагерю. Мог бы, если тебе удастся произвести на меня впечатление. Здесь соревнуются лучшие бойцы всех трех лагерей. Вызови на бой одного из них. Поглядим, насколько ты хорош. И, может быть, я подумаю о твоей просьбе. Загомеза, да-да. Загомеза! А я не помню, скажите, что же ты мне делаешь? Подожди. Нужно почитать мое поражение на линии на смерти. Бои проводятся только вечером. Выбираем, с кем сражаться. С кем сражаться. Кирга, нужно угостить его пьем. Карим, в разговоре отвечаем, ты хочешь выслужать перед Гомезом. На первых уровнях вы разгладить невозможно, но если мы проиграем Кариму, то это все. Кариму надо еще раз. Рака! Разговоре отвечаем Кариму. Ты дерешься, как баба! Врежь ему! Как тебе это? А зима хороший удар. Бей в ответ! Берегись! Бей в ответ! Снова драка! Больно! Сильнее! Драка! Просыпайся, капуша! Врежь ему еще разок! Драка! Хорошо! Ладно, сейчас. Больно. Короче, народ, мне нужен вот этот чувак. Я вызываю тебя на бой. Идем на арену. Ты? Да я сожр... Окажи себе услугу и проваливай. Значит, ты боишься драк? Ничего получше придумать не мог? Ладно, ладно, забудь об этом. Потом увидел твою оценительную рожу. Не могу придумать ничего того, чтобы ты смог понять. Как насчет этого? Твою была похожа. Ты здесь только за тем, чтобы поцеловать... Ты здесь только за тем, чтобы получить шанс поцеловать Гомеза в задницу. Что? Ах ты, червяк навозный! Ты ничего о нас не знаешь. В новом лагере нет всего этого дела. И помимо всего прочего, я здесь только по одной причине. С удовольствием сделаю это и с тобой. Подожди, я не знаю, мне вот... как типа, податься им, я не знаю, но мне сказали, типа, победишь. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Тебя, минутку. Минуточку. Мне надо срочно. Так ты, иди в задницу. Карим, разрешаем, ты хочешь... На первом уровне выиграть гладиатор невозможно. Но если проиграем Кариму,
В общем, все, все выполним задание, понял? Короче, надо ему проиграть. Боль! Это вопрос силы духа! Да, проиграть мне нет. Ой-ой-ой. А, все, я бы сказал, чистый. А? Это слишком короткий. Получил в морду? Это послужит тебе уроком. Эй, ты! Убирайся отсюда! Так, ну смотри, я сейчас, по сути, должен квест выполнить. Если нет, то значит мне обманывают. Я сражался с Харимом. Да, и он надрал тебе задницу. Ты правильно выбрал противника. Нельзя терпеть этих ублюдков из нового лагеря. Похоже, ты это понимаешь. Как раз такие люди нужны нам. Слушай, о чем он обучает, я уже не помню. А ты? А, он на ручку изучает, ясно. Не, я хочу чуть другое что-то изучить. Естественно, мы сейчас подкрепимся. Естественно, хавчиком. Для этого и мясо есть же. Предпостельки у меня для этого, в конце концов, есть. Почему бы, собственно, и нет. Окей, пошли поспим. И пойдем к Фингерсу. Он, кстати, у меня есть этот опыт. У меня 10 очков опыта. Давайте поспим. Так, ну, Фингерс. Я не знаю, зачем он тут сказано так, Фингерс. Стражник на севере у стен замка требует, чтобы мы ему все подказывали и взломали замки. Тогда он будет продолжать нас обучать. Первоначальный навык можно получить у охотника по имени Колорон. Я, блин, это я знаю. Но я пропадет два вида. Ухо запастил, я знаю. И навык выслуга. Возвращайся к Фингису, и он сюда взлом замков воровство. Первое, чем будет бесплатно, только за очки получим престол. Да, окей. А, ну, бегите мы, как мы знали, мы заранее все это уже давно обошли. Вороко, призрак. Что-то нет. Погнали к Фингерсу. Призрак. Были времена, думаешь? Стражник. Как он Фингерс, хоть бы не призрак, а Диего. Он всегда тут сидит просто, поэтому я знаю. Так, это Торус. Ты стражник. У севера ворот, вот. Вот северные ворота. Бо не вижу, что не вижу стен. Это брат. Эй! Что еще? Пришло время. Всего один. Увидимся. Бери. Идол Тиран. Ну это понятно, стражник сказали, значит ищем стражника. Лучше ни во что не вязывай. Слай, чуть попозже с тобой займемся. Что-то не то в этой истории. Может. Нет, если ты думаешь. Скорее всего ты. Ну ладно, сейчас попробуем найти его. Народ, не знаете, почему мне сундук не дата, помните, когда я хотел сундук взломать, он не открывался. Причину я нашел. Я отмычки продал нечаянно, походу. Где-то я успел продать отмычки. А где-то их выкупать обратно. У меня одна вообще нужна отмычка. Давай. Что скажу, спизм мой. Фингерса искать. А, я Фингерса реально шел искать. Пойду его дальше искать. Так, Фингерс, погнали. Я хочу стать призраком. И что с того? Ты можешь мне помочь? Если бы я знал, как. Мне нужно чему-нибудь научиться. Кто прислал тебя ко мне? Диего. С этого нужно было начинать. Если хочешь присоединиться к этому лагерю, ты должен быть хорошим бойцом
или хорошим вором. У меня есть. Призраки будут испытывать тебя. Они дадут задание, на котором ты не должен попасться. Поэтому начать тебе стоит с воровской науки. Так уж получилось, что я лучший вор во всем старом лагере. Ты ведь замолвишь за меня словечко перед Диего? Да. Ты уже многому научился и сможешь принести пользу этому лагерю. Нам нужны опытные воры. Я поддержу тебя. Чему ты можешь меня научить? Это зависит от того, что ты хочешь узнать. Как научиться работать с отмычкой? Хочешь узнать, а? Бред? Я знаю. Да, у меня очки опыта закончились. Все, мы теперь... Так, теперь погнали по квест, который называется «Пропавший стражник». Это точно не моя проблема. Ого. Точно не моя проблема. Ну, погнали. Каждый раз одна. Так, кто нам первым нужен? Слай. Ну, мы уже взяли у него этот квест. Флетчер. Знали? Флетчер, я в принципе знаю, где он будет. Сейчас до него дойдем. Эй, ты! Если собираешься заплатить за защиту, ты выбрал для этого не... Да? И почему? Потому что меня здесь... А, где ты же... Тогда почему? А, и где же ты в таком случае? Я в замке. Сижу возле большого костра. В руках кубок с пивом. А, понял. Тогда почему же я с тобой разговариваю? Да потому что Нек пропал, а это его район. И до тех пор, пока он не появится, Торус приказал мне стоять на страже. Я по поводу Нека. Да? Думаю, я нашел его. Что? Где он? Он мертв. Кормит крыс. О нет, проклятие! Значит, теперь я останусь здесь насовсем. А я так надеялся, что он вернется. Теперь у меня появилась проблема. Какая проблема? Я по уши в долгах перед Скати. Теперь он узнает, что я занял место Нека и будет приходить сюда каждый день. Ничего. А, ну это не мое. Ну, кстати, а серьезно? Я понял, что они хотят. Ну, погнали тогда к Скати. И квест это уже, похоже, давным-давно уже выполнил. Просто про него забыл. Видите меня? Ты не... Погнали к Неку. Повару нам не надо идти. Раз одна и та же. Смысла не вижу, как я больше... Скати, вспомните, Скати находится на другой общей стороне лагеря, к югу близко. Нет, единственное, что я помню. Находится он снизу, вроде так и должно быть. Да, что-то где-то вспоминается. Я помню, потому что он не хочет где-то. Там идет, кстати, задание Торсу, я его так выполнял. Декстера я тоже рецепт выполнил, рецепт секты. А, нет, рецепт секты ничего не выполнил еще. Надо бы и выполнить. Мы же его недавно только взяли. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Так, погнали. Погнали. Это было не слишком умно. Так, это Уилстер. Уилстер может что-то чинить. Скати где-то кто-то должен, разве нет? Фиск, стражник. Скати, нет. Я тогда дискати. Ай, блядь, Декстер, Скати, он почти возле входа, точно. Что-то я места перепутал, извиняюсь за свою тупость. Ай, да, точно, он уже в той стороне. Что-то я Декстер, он походу перепутал, либо с кем-то другим. Вообще, Скай будет жаловаться.
Опа, все. Балуем, пошли нахер. Крысы лучше. Слай. А, это слай. А мне кто нужен? Подожди, а кого я квест? Можно пройти? Нельзя. Не разрешаю. А, у слая его и брал. Слышь. Я нашел Нека. Хорошо. И ты можешь это доказать? Тизи. На нем был этот амулет. Смотри. Собственно, из-за этого амулета все и затевалось. А ты умный парень. А, сниму. Думаю, ты хотел оставить амулет себе, но в итоге ты и поступил верно. Если Диего спросит меня, я выскажусь в твою поддержку. Эй, ты! Убирайся. Ой, отсюда! Это, блин, я багом. Тебе повезло. Спасибо. Посохрани свою привет дальше. Все, погнали. Я пошел в болотный лагерь. Вот. Так, народ, я уголом. Погнали просить ему рецепт. Что тебе нужно? Совсем по-другому. Это точно не моя проблема. Больше этого не случится. Один торговец из старого лагеря ищет рецепт целебного эликсира. Мои рецепты не продаются. Скорее всего, ты прав. До встречи. Я думал, это да еще очень давно. Ну, короче, мне вообще сказали, вот сюда надо ночью идти и украсть у него. Как мешку я хочу там купить. По-другому. Я не хочу в это ввязываться. Что-то не то в этой истории. Эй, ты, что ты здесь шляешься? Вот собака. Тебе и здесь... Камень, блин, надо ночь. Здесь свободная кровать. О, тут совсем нет никого. Даже рядом не вижу. Все, спим. Какого... Эй, ты! Ты обокрал меня! Я это запомню. Какой обокрал? Я только поспать. Короче, это дом и долгорона. А я не знал, кстати, что это его дом. Были времена, когда... Похоже, называет проблема. Были времена, когда все было совсем по-другому. Ты не должен верить, да? Поскольку... Я ж не знал, что... Веришь кому-то? Да! Меня не впутали. Сейчас, минутку. Так, все. Погнали. Ходят. Дима же там нельзя поспать. Погнали туда поспим. Сходим поспим. Должно же быть место, где можно поспать. Алло, Дима, Нелли. Они тут даже ночами не спят. Им че не все равно. Я больше не слушаю всякую трепотню. Послушник, послушник. Подожди, дом с этого боку. Это удобно. Давай, не хотел бы я оказаться на его месте. Это было не слишком...